Я полагаю, что все последние действия власти на Северном Кавказе, они демонстрируют то, что России на Кавказе нужен порядок. Причем не какой-то особый кавказский порядок, вот порядок в кавычках, а самый что ни на есть российский обычный порядок. То есть мне кажется, что все последние действия и смена руководства в Дагестане, и вот эти вот следственные действия, которые начались в отношении мэра Махачкалы, я полагаю, кстати, что это далеко не последние действия, которые будут произведены, причем не только в Дагестане, а в нескольких северокавказских республиках, они свидетельствуют о том, что власть начала демонстрировать то, что правила игры, они одни для всех, вне зависимости, национальная это республика или регион, входящий там в центральный федеральный округ. И исключений здесь нету ни для кого, и никакая региональная, национальная, этническая, культурная, экономическая или еще какая бы то ни была специфика учитываться уже не будет. На мой взгляд, это достаточно такие смелые движения власти, но в сегодняшней ситуации необходимы. Я все-таки хочу напомнить, что регионы Северного Кавказа – это регионы, которые лежат в непосредственной близости с регионом, где будет проходить Олимпиада. И в этой связи малейшие турбулентности там, которые, как правило, всегда являются пожароопасными, они никому, условно говоря, через год не нужны. И вот эти вот меры, может быть, которые кажутся кому-то излишне такими настойчивыми, на мой взгляд, являются абсолютно необходимыми, потому что, ну, слава богу, прошло то время, когда такими мерами были, например, контртеррористические операции на Северном Кавказе. Мы прошли этот период. У нас, слава богу, значит, там сейчас несколько иная ситуация, лучшая по сравнению с тем, что мы имели несколько лет назад. Но настал следующий этап. Настал этап, когда управление на Северном Кавказе, оно будет осуществляться так же, как оно осуществляется по всей России. Насколько успешны будут эти действия, насколько здесь это дело будет доведено до конца, покажет время. Но, на мой взгляд, иных вариантов в данном случае просто нет. И, значит, гарантировать качество проведения Олимпиады, ну, крупнейшего за последние несколько десятилетий в геополитическом плане события для нашей страны, его будут не какие-то, простите, князья, да, и местные феодалы, него будут пусть местные, но управленцы, менеджеры, значит, политики, государственные служащие, которые будут играть по тем правилам, которые заданы для всей страны, а не по тем правилам, которые заданы конкретно для какого-то региона, потому что он где какой-то особенный, все, особенных больше нет. Поэтому я полагаю, что мы идем к этому.